Приветствую вас, дорогие зрители! Давайте сегодня поговорим о возможности установки забора из профнастила своими руками. Первым делом необходимо сделать разметку по линии установки будущего ограждения. Начинать размечать будущий забор необходимо с угловых точек. Между ними натягивается веревка, на которую необходимо разметить места установки промежуточных столбов вдоль всей линии установки. Теперь можно приступать к бурению лунок. Используйте простой или моторизированный бур. Начинайте установку с угловых столбов, не забывая про глубину монтажа. Она должна быть ниже промерзания грунта. В зависимости от более ветреных погодных условий, где расположен участок, рекомендуемая глубина установки от 1 метра 20 сантиметров до 1,5 метров. Если у вас подвижный грунт и весной ведет столбы, мы в этом случае рекомендуем использовать винтовые сваи. Они не дадут выдавить ваши столбы в пучинистом грунте. Для удобства выравнивания между угловыми столбами следует натянуть нить, шнурку. Для ворот и калитки рекомендуется использовать более прочную трубу, чем для остального каркаса забора. После установки столба пространство вокруг может трамбоваться выбуренным грунтом, засыпаться щебнем, бутироваться или бетонироваться, если позволяет почва. Далее к столбам привариваются горизонтальные лаги, обычно размещаемые снаружи забора, для более удобного впоследствии крепления профлиста. На сегодня пока все, продолжение в следующем обзоре. До встречи на нашем канале, подписывайтесь и ставьте лайки. Пока!